Всем привет! Меня зовут Ник Вучич, и я люблю путешествовать по миру, рыбачить, играть в гольф и плавать. Я люблю жизнь. Я счастлив. В моей жизни был длительный период, когда я был опустошен, разбит, одинок. Все было бессмысленно. В моей жизни не было цели. Я понимал, что не смогу, к примеру, поступить в университет. У меня внутри была лишь пустота. Спасибо всем. Я очень рад видеть вас. Меня зовут Ник Вучич, и я очень рад быть сегодня с вами. У меня нет ни рук, ни ног, но есть что-то вроде куриной ножки. Я хотел бы сказать, что каждому человеку в жизни придется пережить падения. Вот такие. Как думаете, что нужно делать, когда мы падаем? Вставать, все знают. Но у меня даже ног нет. Я хотел бы вам сказать, что иногда в жизни, когда вы падаете, вы думаете, что уже нет сил подняться. И тогда помочь вам может только вера. Смотрите на меня. Я внизу. Я лежу лицом вниз. И у меня нет ни рук, ни ног. Для меня должно быть невозможным подняться. Но это не так. Понимаете? Я пробовал подняться 100 раз. Кто-нибудь из вас падал 100 раз? Но вы думаете, если я упаду и сдамся, у меня получится подняться? Нет. Но если я упаду и попробую снова и снова и снова, я просто хочу, чтобы вы поняли, что это не конец. Но от этого зависит, как все закончится. Вы хотите быть счастливым? Тогда вы найдете ту силу, чтобы подняться. Вот так. Thank you.